Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в этом видео, и в этом уроке я хочу вам показать виджет, который позволит делать плавную смену цвета с одного на другой для вашего фона. То есть сейчас вы видите, как плавно меняется у меня цвет, очень полезный виджет. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим настройки данного виджета. Из библиотеки я виджет перетаскиваю на холст. И давайте рассмотрим настройки. У нас имеется в данном виджете всего 4 цвета. То есть это смена цвета с одного на другой. Color 1 – это тот цвет, который будет в самом начале. Потом он сменится на желтый, на синий и на зеленый. Здесь все просто. Вы просто выбираете нужный цвет. Виджет сам заполняет весь холст, никуда его растягивать не нужно, и в принципе он у нас уже готов. Давайте посмотрим. Вот вы видите, первый цвет был фиолетовый, и сейчас идет смена цвета на оранжевый и так далее. Данный виджет вы сможете скачать у меня на сайте, ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!